Так, всем привет! С вами Романия, и мы начинаем играть в новую игру под названием «Просто мама». Игра от создателя, от одного летсплейщика Винди. Ну, довольно страшная. Немножко поиграла, попробовала, посмотрела. Вот. И игра заключается в том, чтобы тут найти ключи, найти коробки штук 5. Положить их, и все, игра закончится без всякого на то сюжета. Игра полностью на английском языке. Очень напоминает. Ну, не то что Слендера, напоминает больше Гренни, который я немножечко поиграла. Так, она где-то тут ходит. Дайте-ка немножечко. Да отстань ты! Я совершенно не умею бегать. Мне тяжело дается управление на андроиде. Да, кстати, я хочу сказать, что играю на андроиде. На телефоне, на своем. Samsung A8 Plus. О. Че, от чего ключара? Ой, розовый ключ, ничего себе. Слоновый ключ. Что ты тут делаешь? От чего ты? Так, от чего ты можешь быть? Так, здесь ты вряд ли найдешь себя. Так, тут нету больше ключей. Телефона, да? Да блин, да пошла ты ключ у меня, дура. У меня ключ, не дам. Пошли вот эту дверь отпирать. Не хочет она отпираться. Ладно, пойдем на второй этаж. Быстрей. Вон она идет. Она задом ко мне, Данюша. Я вижу коробку. Она ушла. Так. Отвали. Я буду знать, где находится этот идиотский ключ. Че, коробку что ли выронила? Да ладно. Так. Надо спускаться. Блин, у нас сейчас и тут за это догонят. Так, все. Пошли за ключом. Пошла ты. Достала у меня ключ тут. Там коробка должна быть. Ай, ёпта, блин, вот еще вторая коробка нашлась. Блин, вторая коробка была, алло. Так нечестно. Так, тут ключ есть? Или он все? А, нету ключа, он вернулся на круги своя. Нету коробки, она тут была. Что? Тебя там нет? Блин, какая же местность на самом деле здесь большая. Если в Гренни ты исследуешь всякие подвалы, дома, ищешь секреты, то тут... Локация куда больше. Ой, не хочу сюда. Ой, не-не-не. Я ненавижу столовки, все. Хватит с меня. Так, смотри, может где-то стоят коробки. Штук 5 должно быть. Может тут? О, от чего ключ? Почему не пишет? От чего ключ? У меня не пишет. Ах ты, сука! Как ты взялась тут? Так. Ладно, хотя бы ключик-то есть. Ты там? Отвали. Блин, вот бы еще знать, от чего ключ этот. Коробка! Так. Так, куда он делся? А, вон он. Она сейчас его все заберет, эти ключи, съест. Все, уходи. Уходи просто. Я уже устала.
бери. Ну, устала от нее бегать уже. Только начала игру, уже устала. Так, давай. Ой, хорошо. Так, теперь что, может этот ключик именно от этой двери? Стань ты. Пошла ты. Руки уже вспотели от тебя. Да, только начала уже такое. Тихо. Это она? Не должна. Не должна это быть она. Так, там окна какие-то, выпустите, пожалуйста, меня отсюда. Вот еще какой-то ключ. Розовый, давай его возьмем. Так, да куда ты, блин? Не надо сюда заходить, не твое пространство. Не твое. Так, вот он, ключ. Он никуда от меня не денется, надеюсь. Тут надо знать расположение комнат, кстати. А то вообще хана. Так, тут должна быть другая дверь, хорошо, другой ключ. Да, кто-то кружки тут поставил, балуются кружками, чайком балуются. Жесть полнейшая. Ой, отвали, у меня ключ, не дам. Так, ладно, я сдохла. Ну что, продолжаем, сейчас будем искать ключи дальше. Так, главное 5 коробок же собрать надо все-таки. Давай продолжим. Убивает она нас постоянно, все время. Невозможно вообще. А ключ найти уже непонятно где можно. Потому что мы нашли ключ и... Продолжу. Его там не было уже. Так, ну пошлите. Она нас постоянно еще и находит как-то и успевает. Успевает нас убивать. Так. Капец, а здесь ключей нету, да? Да что такое? Я ведь фиг найду тут ключи. Ну в чем дело? Куда делась-то? Так, давайте тихонько. Что-то оно у меня чересчур часто появляется. Так, будем смотреть все внимательно. Да, господи, иди уже отсюда. Давай-ка ты это. Так, вообще нету ключей, вообще. Так, уйди, уйди. Тебе нельзя здесь бывать. Это мое место! Да блин, беги, дурак! Достал. Что, опять отсюда начинать, да? Пошли тогда коробки искать. Может, где-то есть. Может, где-то что-то найду. Так, это не те коробки, да? Они должны быть не такими. Ни ключей я не вижу, ни коробок. Ну как так вообще? Должны же быть. На, занимайся тут поисками, ходи. Да-да-да. Очень офигенное занятие. Фиг тебе, Романия. Невезучая ты. Да. Тихо. О, господи, у меня не шанса. Так. Вставай. Она меня вроде бы убила здесь, а вроде бы... Я здесь же и возродилась. Так, она все время тут ходит. Так, я не знаю. Что, значит ключи рандомные. И у меня в одном месте они должны лежать, а потом... Потом в другом. Терпи ее давай, ну-ка. Пошла я спрячу сюда. Наконец-то мы можем прятаться. Все, я буду здесь сидеть, я буду здесь жить. Это мое место жительства, новое. Так, она тут не ходит, нет? Да, у меня не видно ног. Странно. Так, пошлите, может, тут где-то? Здесь, кстати, щиток был, я видела. Так, теперь внимательно смотри, может, где-то коробка какая-нибудь стоит. Я потому что...
Сколько уж тут все оббежала, сколько всего тут прошла, а толку вообще нет. Вот тут вот коробка какая-то. Тихо. Почему они не открываются, эти шкафчики? Нет, не заходи сюда. Меня здесь нет. Так, это что, это скамейка такая в воздухе висит? Вот жесть. Так, все, пошли. Мне бы еще вниз сходить, кстати. Так, смотри, тут нет коробок. Вон какая-то стык. О! Нашли. Возьми. Теперь беги нафиг. У меня управление тут самое собачье еще. Вот. Иди. На. Минус одна. Ай, господи. Что, все, что ли? С самого начала, что ли? С самого бич. Я же говорю, теперь с самого начала начинай. Где у нас была первая коробка? Она была у нас вот там вон. Они рандомно все, да? Нету коробки. Фигу тебе. Так, здесь полюбасу ключ надо найти. Еще можно тут пригнуться как-то? Да. Хотя какая разница, что пригнешься ты, что нет. Она все равно заметит. Даже такая дотошная тетка тут ходит. Пошли. Некогда ждать, пускай мы будем 1000 раз умирать, но хоть что-то пройдем. Так. Никаких коробок, да? Может тут что-то, ключи какие-то. Где-то да должно быть что-то. Просто у меня экран маленький, я могу что-то не заметить. Но ключи... Ключи тяжело не заметить. О, господи. Не надо сюда ходить. Так, они могут лежать возле книг. Это что такое? Линейка либо вилка, я вообще не понимаю. Книжонки какие-то. Вон лучше сядь, почитай что-нибудь, умнее станешь, дура. Да, в мусорке, наверное, валяется. У меня нет совершенного опыта в Гренни, потому что не играла я. Ну так, просто я же говорила. Запустила ее и все. Немножко поиграла, меня бабка нагибала, все. Так, может что-то здесь есть? Да не бегай ты, спокойненько ходи. Надо постоянно быть в движении, да? Чтобы она не дай демона нас убила. Ух ты. Ну и место, конечно, стрёмное. Так, я больше коробок не вижу. Дайте коробку, плиз. Ты не имеешь права заходить сюда, где все облеплено неоновым розовым цветом. Ой. Ой, блядь. Да пошла ты. Такое ощущение, что она бензопилу в руки берет. Что это означает? Что за звук? А что будет, если я буду ходить так? Да хотя лучше не надо, конечно. Если она меня увидит, все. Это считай уже смерть. Она меня не должна вообще видеть. Так. Остановились чуть-чуть, пошли дальше. У нас, походу, главный герой выдыхается еще, когда хоть... Ой! Да, блядь, пошла ты нахер, кошка драная! Сука! Так, это что? Она тут ходит? Так, это цветок какой-то. Ключа у нас тут нету, как всегда. Я сюда зайду. Давай, учимся управлять. Управление реально с андроида дебильное, потому что я очень редко играю в андроид игры. Обычно какие-нибудь камешки там на работе, чтобы как-то скоротать время. Но в такое у меня опыт совершенно нету опыта. Так, может в мусорке спрячемся? Может тут ключ? Ой, это что? Что в воздухе опять тут висит? У нас тут всякие предметы висят в воздухе. Так, тут телефон, кстати, у нас какой-то. О, коробка! Рандомно. А нет, это не коробка. Чё это? Это коробка. Пошли. Вон ключ из ключа. О, два ключа сразу. О. Чё делаешь? У тебя тут нет власти. Чего? Это не коробка, что ли? Бросить. Не знаю, для чего она может куда-то подняться. А, может это... То значит где-то тут ключи были, блин. Вот где-то вот здесь вот. Вот тут-то. Так. Это от чего?
Не написано? Прячься. А то мне хана. Не надо сюда ходить. В комнату не заходи. Иди, иди по коридору, дура. От чего ключ? Что-то я даже проморгала надпись. Так, лежи тут. Я хочу второй взять. Мне показалось, или кто-то мяукал? Да возьми ты. Не. Видите? Непонятно, от чего этот ключ, на самом деле. Так, хорошо, я еще приду сюда. Это от чего? Он может быть. Так, хорошо, ща. Что-нибудь откроем, коробки какие-нибудь возьмем. Да иди ты отсюда. Она там. Ну, убьет и убьет, ладно. А, ну нафиг, я не собираюсь так просто сдаваться. Вот собака. Давай уже, не пугай. Так. Тут у нас ничего нет. Никаких коробок, никаких ключей. Пошли. Так, у тортика тебе делать нечего. Оставь меня в покое. Там тюрьма, кстати. Так. Все. Ага. Открылась эта дверь. Еще один ключ. Так, это брось нафиг. Возьми вот этот. От чего он? Вот тут еще один ключ. Круто. Давай тогда вот эти все двери попробуем сейчас. Может, какие-нибудь коробки да откроем. Хоть какой-то небольшой прогресс. Так, давай вот эту. Нет. Хрен наплавал, блин, называется. Так, отстань! Не пугай так сильно. Коробки? Куда она прячется, мои коробки? Да, неплохой хоррор. Хоррор, кстати. Ой! Туалет меня. Так, мне удалось убежать хоть раз от нее. Давай, а то по пятам ходит. Так, она была там. Совершенно в другой стороне. У нас еще, кстати, вон там есть выход. Так, ее нету. Это самое долгое время, которое я здесь вообще продержалась. Чего ни одна дверь не открывается? Алло. Все, отстань. Я нашла свое место. Все. Так, теперь смотри, где она будет проходить и что. Ключи, кстати, рандомно здесь находятся. Сначала в одном месте, потом совершенно в другом. Фу. Фу! Мне удалось от нее хоть раз убежать. Удалось от нее спрятаться. Вот это действительно романия. Достижение и прогресс. Пошли. Начинаем более-менее профессионально управлять. Так. Тут мы ничего не откроем, да, никаких шкафов, ничего. Надо искать двери. Так, выкинь мусорку и все это говно. Так, вот там, если что. Теперь сюда. Мы, по-моему, шли сюда, потом она нас совершенно сбила с маршрута. Так вот школьники прячутся от родителей. Если родители какие-нибудь смотрят, возьмите себе на заметку. Ой, блядь, вот ты хромая дура, блин. Опять ты меня сбиваешь совершенно с цели. Капец. Вот страшная женщина. Пошли-ка. Надо как бы следить за ее движениями. Вот она здесь, кстати, проходила вот так. Она будто бы кругами ходит. Вы не замечали? Ну ты лошадь. Ой, как ты меня достала, серьезно. Так, а тут что-нибудь есть? Давайте все ключи тогда возьмем. В ту же комнату пойдем, испытаем все. О, коробка! Тихо. Коробка! Если что, ключ здесь. Тихо. Мне что-то уже начинает нравиться эта игра. Если что, ключ здесь. Все?
Теперь ориентируюсь. Мне из-за коробки вообще ничего не видно. Куда идти? Ага. Все. Все, одна есть. Так. Ой! Ты меня достала уже вообще за всю игру. Романия второй раз бежала. Господи, я теперь все! Это потому, что у меня кончилась эта энергия. Все. О, господи. Ну, в принципе, понятно, как в нее играть, в эту игру, на самом деле. Находишь коробки, находишь ключи, убегаешь от нее. И все. Сейчас еще заход. Так. Ключ у нас тут. Он тут должен быть. Ой! Ой! Страшная ты женщина, блин! Второй шанс. А хорошо, женщины будет след как бы простыл. Все. Ищем коробки. А щиток у нас не открыт. Вот здесь у нас были первые ключи. Вообще рандомная, кстати, тут вещь. Вот этот цилиндр зачем-то нам. Мы даже так и не понимаем, для чего. Пригнись. Она может не заметить. Слушай, а можно будет ее остановить? Так. Если в нее брошу, отвечаю. Я вооружена, осторожнее, не подходи. Все, короче, по новой. Это все вообще по новой. Так, а там мы были, да? Вот здесь. Иди сюда, я, если что, готова бросаться всем, что под руку попадется. Так, тут еще какая-то линейка, я помню, мы тут были. А что часы означают? Типа, вот она приблизится сейчас? Нет. Ничего себе, даже если так, то у нее громкие очень часы. Удивленно, что вот школьник этот не проходит через эту парту, а вот она проходит. Хотя она же призрак, да? Так. Я не знаю, думаю, вряд ли, если мы в нее бросим, то что-то от этого с ней случится. Так. Открой. Нет, нельзя. Да отстань ты, коробка была! Надо идти сюда. Там вот она и стоит. Вот здесь вот она нас убила, в этой части. Да чё она любит это место так, а? Она охеревшая! Сука, достала. Все, бери. Так, теперь можно. Можно бежать. Так, теперь что? Так, где я сейчас? А, что-то я заблудилась, где я сейчас? Ага, надо отсюда пройти. Ага. Я дошла, пошла в жопу. Все, короче. Такой был первый взгляд, довольно напряжный. Так, иголка какая-то. Все понятно. Ладно, если что, как-нибудь потом я эту игру все-таки добью. Ждем каких-то обновлений. Спасибо, Винди, за такую прекрасную игру. На Android, к сожалению. С вами была Романия. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.